Вот тебе 2 рубля. Проверим. Пожалуйста. Рубль 2, все правильно. Все правильно, Миша. А весы? Весы? А что вы волнуетесь, все будет. Держи! Держи! Будешь мне помогать! Помогать? У нас как в аптеке! Тихо-тихо. Что тихо-тихо? Это моя жена. Юрий, тише, пришли какие-то непонятные люди и хотят вас снимать. С работы? Да нет, Миша, кино снимать. Кино? Съемки? Съемки. Здесь? Здесь. Никого не пускать? Никого не пускать. Нет. Я их убрал и не живу здесь. Спасибо. Пожалуйста. У нас своя работа есть. Пожалуйста. Нужны ваши слезы. Ага. Будем сниматься! Тише, воду! Стоп! Что? Сниматься! Куда? Что? Сниматься! Будем сниматься! Мы не будем сниматься! Мы не будем сниматься, понятно? И нечего устраивать до нас облаву! Да какая облава? Всего 5 минут, и вы свободны! Сколько? 5 минут! 5 минут. 5 минут, и вы свободны. Совсем? Совсем. Миша, да, ну давай снимемся, 5 минут всего. Целая шайка пришла. Шайка, да? Но, кнопочка, костюмы. Минуточку. Какие костюмы? Вот, пожалуйста. Это ваш. Нет. Берите, это ваш костюм. Костюм? Костюм. Это ваш. Парочку. Шляпочку. Шляпочку. Все. О, все. Так, давайте быстренько одеваемся. Видали? Как похож-то. На кого? Вылитый. Ну? Батька Махно. Так, давайте-ка одеваемся. Мы полюбуемся на вас. Так, ну-ка. О, видал? Петлюра. Так, попрошу на меня. О, то, что нам нужно. Типичный работяга. Так, что нам надо делать? Объясняю вашу задачу. Так. Вы берете бревнышко, бревнышко. Весело переносите его
опускаете, садитесь, достаете платочки, вот эти вытираете пот, и все. И все, 5 минут. Ну давай, Сергей. Приготовились, внимание. Где это ваше блюдо? Плёнушка где? А где плёнушка? Сейчас принесут. Да. А, плёнушка. Вот эта штука плёнка. И что? Он думает, что мы мамонты. Да какие мы с тобой мамонты? Достаточно разговоров. Давайте быстренько представитесь. Вы туда, а вы сюда. Давайте. Давай сюда, я сюда. А ты помогай. Чего сидишь там с папой? Приготовились. Внимание, мотор. Есть. Мотор. Камера. 13-1. Униформа. Ушли. Актеры пошли. Так, хорошо. Хорошо. А-а-а, красиво! Смотрится! Остановились, опустили, сели. Стоп! Ну как вы сели? Как шли, так и сели. Да я не об этом. Куда вы смотрите? Туда. Туда. А камера у нас здесь. Вот камера. Да не вот. А давайте-ка все сначала. Кнопочка отсюда. Чудесно. Так, давайте быстро. Тяжелая страна. Приготовились, внимание, мотор. Есть. Камера. 13-2. Начали. Вот, хорошо. Подняли, понесли. Унесли. Осторожно, Юрий. Остановились, опустили, сели, достали платочки. Вот, пускай, вот. Стоп. Нету пота. Нет. Стоп! Я же вам объяснял, все это надо делать весело. Весело подняли ребрышко и весело его. Понятно? Давайте на исходную точку. Поскорее, товарищи, сами говорили, мне
мальчиша. Что? Ребят, не видали, нет? Никто не видал. А, здесь, в кармашке завалялось. Рекордный трюк. Прошу не дышать. Кто свистит? Вот этот мальчик. Вот. Ты давай не свисти. Не в церкви. Я кому сказал? Прошу не дышать. Чего дышишь? Три года репетировал. Юрик, дай мне, а? Тебе? Да. А ты можешь? Могу. Ребят, дать ему. Как сейчас? Да. Давай. А, что? Попробуй наоборот. Подожди, ой, кай, довольно. Молодец. Вот. Ha ha ha!
Чудаковатый, наивный человек, доверчивый, любопытный, чуть-чуть лукавый. В чем секрет его обаяния? В цирк приходит эта женщина. Она смотрит, но не смеется. Она волнуется. Мать артиста.
пистолет, точно! Here.